Видеокнижка «Светлый исток». Вы знаете, это такой замечательный подарок. Есть в самой песне «Светлый исток» такая строка: «И новых обрести для счастья сил». И именно вот это и происходит при встрече с видеокнижкой. То есть сердце обретает новые силы, новое вдохновение, новый какой-то душевный трепет, вот, и желание как-то созвучать весне, приближать ее, радоваться наступающим изменениям как-то. То есть вот это именно предощущение, предчувствие весенних перемен подарила встреча с новым творческим плодом. А вообще, знаете, видеокнижка сегодня несколько раз повстречался с ней и почувствовалось вообще предназначение, ну, как в какой-то степени попытался почувствовать предназначение именно видеокнижки. И там есть слово «видео», есть слово «книжка». И книга – это, ну, мало того, что друг человека, это еще такая возможность побыть наедине с содержанием. Книгу ведь читают сначала про себя, сначала без голоса, просто встречаются, вчитываются в любимые строки. И именно вот это произошло первые несколько раз, когда я встречался. То есть было ощущение, что прямо вот глаза хотят насладиться, взор хочет насладиться красотой этих строк, красотой этих образов, удивительной вязью, действительно вязью этих удивительных словосочетаний. Вот. И только потом, вдруг, знаете, радостно обнаружил в какой-то момент, что внутри меня непрерывно звучит эта песня. То есть я читаю, вроде бы, ну, ничего не произношу, но внутри меня звучит голос автора. И это так порадовало, потому что родилось понимание такое счастливое, что настолько глубоко в сердце уже живет эта песня, ее содержание, ее вот эта красота, ее то знание, которое она несет, что вот появились любимые строки на экране, и уже внутри в сердце зазвучал любимый голос. И, конечно же, я согласен, что чтение вслух – это какой-то такой следующий шаг, вот. Это освоение, именно старание как бы слышать мелодию, слышать внутри себя этот голос автора, постараться попасть в такт. Но это шаг желанный и приятный. Я сегодня попробовал тоже это сделать. Я не могу сказать, что это было как-то так 100%, да, даже там 50% попаданий, но непременно вот именно внутреннему миру, именно душе это приносит какое-то наслаждение, счастье, вот, особенно когда еще это можно делать вместе. Вот видеокнижка такие возможности создает, за что, конечно же, огромное спасибо этому новому весеннему подарку. Нас жизнь так балует, любя, да, в лице театра. Ну, вообще, конечно, просто восторг, ощущение весеннего вдохновения, радости и каких-то таких удивительных преобразований, которые наступают и в жизни сердца, и в жизни природы. На самом деле, еще какие возможности видеокнижка создает, это возможность самостоятельных шагов. То есть вот мы с вами знакомы с песней, вот, есть открытка в электронном виде. И сейчас, скажем так, есть возможность именно проявить свои чувства, вот, попробовать поучиться их проявлять навстречу светлому истоку. И вот это прочтение видеокнижки, такое заботливое ее ведение, страничка за страничкой, она еще позволяет, знаете, встретиться вдумчиво и как бы глубже ощущая каждую строку, потому что вот и большие буквы, и ну, как вот эти, то, как расположены строки, все это несет содержание, все это позволяет его ощутить и обратиться именно к той основной идее, к той основной мысли и тому чувству, которое автор, поэт подарил нам благодаря этой песне. Ну, подарил нам этой песне. Вот то, о чем говорили уже, о наличии этого светлого истока, о его постоянной заботе, о той любви, которую он источает, излучает не только весной. Вот, и, конечно, говорю еще раз, вот хочется выразить свое огромное восхищение красотой поэтических образов, которые содержатся в этой песне.